Короче, меня уже почти накрасили. Я выпила кофе и ожила. А сейчас мы пойдем на репетицию и будем пробовать подвешиваться на краны. Я честно не знаю, как это будет происходить. Страшно, очень страшно, но весело, наверное, будет. Принимайте. Че, Саш, я раздеваюсь? Сейчас совсем хочешь раздеться? Хочешь раздеться? Стой, не спускайся вниз. Ты сажусь на грим, да? Да, да, давай. Саш, проводи, пожалуйста. Привет. Привет, доброе утречко! Бодрость, бодрость! Прекрасный день! Прекрасный! Свертись, мы снимаем мега-клип! С мега, ты кто? Режиссер с мега, режиссер. Короче, сказали, что вот эти веревочки выдерживают тонну. Я как раз вешу чуть-чуть больше, слава богу, их 4. Нормально. Хотя мне все говорят, что я похудела, но на меня сейчас надели 3 корсета. Я выгляжу реально просто бочка. Вентилятор закатим тогда по телеве, да? Тапочки, класс. Да, работаем. Голову вниз. Нет, давайте стоп. Давайте стоп. Какая-то херня с юбкой произошла. Все не то. Переделываем платье, девочки. Меня похвалили, сказали, что я не нытик. Я нютик, а не нытик. Понятное дело. И сейчас Оля займет мое место. Будет летать, а я пойду пить чай отдыхать. Вот только везет. Немногим. Второй пошел. Самым шагом. Самое интересное, закадровая история. Могла бы быть пингвин. Сегодня будет туса, я сегодня напьюсь, сегодня будет туса, я сегодня напьюсь. Сама все сама. Так, схема какая? Это почти как трапеция, только не трапеция. Здесь самый главный враг – это ветроды. Большая сторона. С волосами. Они будут раздуваться во все стороны. Это... Но это не точно. И это точно. Не ломят кость, а жмут. Ну, ломят рановато пока. Ну, да. Наши 25. На 25 мне, тебе 22. Давай будем. Это, говорят, тут будет ветродуй. Это не ветродуй? Буря дуй. А за это надо держаться? Аж перебросим. Поставлена самая главная актерская задача. Сделать вид, что мне не жмут кости, и волосы не мешают. И вообще тебе комфортно максимально. И не холодно. И сопли не текут из носа. Камера. Не больно? Она продолжает падать. Только теперь она падает туда. А мы не с темного фона начинаем, Оксан? Давайте, давайте, поднимайте. Да. Приготовились к технической репетиции. Ну что, я вновь летаю. Это уже становится моей изюминкой, такой микро-традицией. Мы находимся на съемках. О! Сейчас мы находимся на... Короче, сейчас я полетаю, вам все расскажу. Приготовились. Горизонтально. Сейчас я сниму плейбэк, покажу тебе. Покажите мне плейбэк. Первый полет? Молодец. Нормально? Шикардос. Путается, да, шифон? Или что это у нас, шифон? Ой, нам что-то готовят, да, на обед? Картошечку. И яблоки с ананасами. И макияж вообще. Вот смотрите, как брови прорисованы хорошо. Слушай, ну красиво. Это ты собираешься? Конечно. Они тут просто тут тебе нет укладки. Красиво? Да? Давай снимать. Ну снимите хотя бы вы мои стразинки, а? И в горизонталь.
тапочки так уж убирать. Ага. Все хорошо, нигде не больно? Мне вообще супер. Да, очень. Видишь, вот падение, да? Да. А вот ноги надо, видишь, динамику добавлять, что их от ветра типа фигачит. Вот единственное, с кем я могу разговаривать, потому что все отошли. У меня ресницы нет, и не отклеили. Камера. Вентилятор. И начали. Голова вентилятора в кадре. Высота чуть-чуть выше. Оля, ножками перебираю. Горизонталь. О, красиво, мягче. Этот кадр, он для красавчика, для Окей. Работает закидывание головой назад. Да. Тогда, ребят, сейчас по каскадеры. Голова вверх, голова вниз, голова вверх, голова вниз. Вот так, стоп. Тяжелого вверх подними, Оль. И назад, и вниз. Пропускание, да-да, я вижу. Вот сейчас как раз хорошо было. Больно? Нет. Ага. Шею устает, да, потому что ты когда вот вперед возвращаешься, ты такой, а, шею еще надо вернуть. И вот это вот состояние тяжело. Я скоро перестану выходить. А, да? Теперь можно посидеть. Я сидела в гримерке, болтала, снимала тиктоки, грелась. Вот. И ну вообще я макияж поправляла. А вы что делали? Снимали. Оля снимали? Угу. Красиво? Подписчики офигеют. Режем костюма прямо на артиста. Ну, только лишнего ничего не отрежу, мне и так сисек нет. Вот так. Представила себе, да, эту картину? Ты падаешь и как бы смотришь перед собой. А теперь вот эту конструкцию переворачиваем. А. Это обманка такая, называется подвороваться. Угу. То есть обман. Мы снимаем так для удобства. Ну да. А будет Но казаться, при этом как понимаем, будто... что мы падаем продолжаем падать вниз. Все поняла. Ну, как сказать? Как-то, знаете, как здесь холодно, ребят? Как на Северном полюсе, капец, блин. Где моя куртка? Где твоя куртка, бро? Сделайте скорее, я вас умоляю. Скорее. Вот что снимать надо, значит, секундочку, да? Мы такой снимали. Режиссер, оператор. А где? Работаю. А сейчас, подожди, давай, не-не-не, вот по центру здесь, Коля, дай ему. Установщик. Мягкая, плавная, вибрирует. Вот, и руку влево, еще, вот так вот, да. И надо вот это все... Но оно завентиляторится. Что делать? Оле, платье подержать. Я готова. Я пошла. Оля, возьми на работу. Приготовились к съемке. Приготовились, уходим. Не надо ему. Камера. Привет, мой хороший. Меня поцеловала Бузова, прикинь. Причем не в первый раз, похвастайся. И не только в щечку. Почему он, а не я? Три, один пришивает, другой наряжает. Оля летает. Все работают. Девочки, можете чуть-чуть рассосаться? Приготовились. Оля самая красивая. Это моя мать. Говорили нет матери. У меня она не одна, и они все нормальные. Да что ты, черт побери, такое несешь? Аня Покров самая лучшая. Так. Давай встречаться. Пожалуйста. Какой ты, а? Вообще, лягай. Крыса. Оль, давай встречаться. Начали. Но Оля опустилась, обращаем на нее внимание, оборачиваемся. Девочка, соберись, и пускай не любит он тебя все путь. Главное не влюбить. Стоп. А тебе эта обвязка мешает сделать шаги? Нет. Ой, можно как раз вот массаж ног, Дань? А. Ну вот так ножки помассируй. Нет, 300 рублей. Ты издеваешься? 300 рублей. Мэрис, мне здесь веселее всех. Главное не влюбись так сильно! Ну нахер.
отец. Новые люди, старые ошибки. Оборачиваемся. Девочка, соберись. Идем. И пускай не любит, у тебя все будет. Главное, не влюбись так сильно. Новые люди, старые ошибки. У девочка, соберись. О, кукуй, кукуй. Шел седьмой час подвеса. Здравствуйте. Мы полетим вместе? Те, которые были, правильно? А? Да. Я тебя удержу. Ребят, а если я за нее зацеплюсь, мы полетим вместе? Нет. Не будем тянуть вас обоих. Почему? Не сможете тянуть вас обоих? Зачем? Зачем нам? Это хороший вопрос. В смысле? Я тебя удержу. Да, прям покажу. Хватай, лови меня, ну что, меня не ловишь. Ты меня... Да ладно, падай, словлю. И пускай капает, капает с неба из мокрых кросок тебе, где бы я ни был, для остальных я данен. Если сейчас провести опрос, то я знаю одного человека, который выспался сегодня. Я. Ты выспался? Да. Ты знаешь, это заметно. Круто, да? Да. Линзочки, вот смотри, как ты надел одноразовые какими-то тоненькими. Да? Вообще, я еще поменял, у меня, короче, зрение оказывается минус 5. Я думал всегда, что у меня минус 7, и носил линзы на минус 7. Вот потому год! Что, ну, потому что... Минус 7! Ну а кого ты послушала? Расскажи людям. А, короче, не ходите в бесплатные клиники, единственное, что могу сказать. Да. Серьезно. Да, я Дане сказала, он носил, представляете, он засыпал с линзами и спал несколько, и вообще ходил в одних и тех же линзах несколько дней. Нет. Говорят, вот не купишь здоровье за деньги. Нет, ребят, за деньги купишь все. Вот все. Вот вы говорите, здоровье, любовь. Нет, все. 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 Ой, дура. Если я вижу, что я люблю девушку, а она меня нет, значит, она мне не нужна, ты так считаешь? В смысле, да, если ты нет взаимной симпатии, почему бы не забить? Дань, поговорим, когда тебе будет 25. Да нет. Мужчина, если ему... Мы послушай, не знаем, что будет. Мужчина, давай в ладушку лучше поиграем, чтобы разговаривать, сейчас бесполезно. О, вот, я нашла к нему подход. Мужчина. Нет! Если любит, я так говорю, то он будет добиваться. И только тогда, когда он поймет, что все, там нет шансов, он может позволить себе опустить. Оля, нож в руках. Раунд! Можешь, Оля, опустить чуть-чуть вниз сетку свою на платье такое, да? Ребят, у меня есть ощущение, что вы не с той стороны подбиваете. Стоп! Сделайте противоположный стоп. Новые люди, старые люди. Как это красиво! Что нравится? Да. Красота! Умеете, могете просто. А я просто приехал поддержать Даню, потому что у Дани очень сложная роль в этом клипе. И как Даня без меня, это сложно. Мне интересно, где Даня настоящий? Вот это или... Это не я! Нет, там! Нет, там мне надо... Мать, это... Мать, одинаковые! Ну как, за спиной ее спрятать? Нет, я потом просто ее заберу, такой же территорию. А, все, вот Даня. Ха! ГАИ! Давайте снимать. Ну, в общем, да, Дамил очень мертв. Главное не влюбись так сильно. Да. Я так и продумала. Правильно. Нормально, правильно? Правильно, правильно. Все. А почему короткие кадры, а я сижу здесь очень долго? Ну, потому что мы ушли сильно от графика. Потому что девочки опоздали на час, на окей, полтора. Окей, погнали. Едем. А какая-то колокольчик? А они там скайп-панель не сдвинут, ребята? Нет, ничего не сдвинут. Едем, я еще на этом, еще на самом... Так. Ты просто прекрасен, я просто в тебя влюблена. Сейчас после этого кадра. Не, прекрасен. Это моя мать. Я сейчас расплачусь. I don't know, cause I'm stepping on my toes, but I don't stop. I make flips out of my flaws, my side dripping on my socks. With the grip, so I don't... Так, вот наш предатель, да? Я не такой. Сама пришла. А мне сможешь делать поворотики? Ребят, можно делать вращение? А мы поднимаемся наверх и плотно облегаем.
Олю! Обнимайте Олю! Обнимайте Олю! Молодцы! И вперед опять поехали! Поднимайте верхнюю точку! Раунд 1. Файт! Ого! Эффект неожиданности. Ну давайте попробуем. Выше! Выше! И теплый, теплый сделай. Да, да. Не-не, холоднее, холоднее. И так уже холоднее. Согреть может ее, бля. Оу май! Тебе тоже кажется, что там вот надо чуть левее, да? Лайтматик, лайтматик, подготовьте место, оставьте, возможно, будет работать, подходить тоже будет. Фокус, нужно фокус. Да, по-моему, у тебя ничего не получается. Нет, я... Да блин, ну как? Я могу быть массовкой. Не... Ребят, есть предложение начать снимать. Гениально! Мы устроились в клуб подрабатывать гоу-гоу. Впрочем, это уже совсем другая история. Очень. Новые люди, старые ошибки. Да хорошо, целуемся. Целуемся. Не видно. Все будет. Сейчас просто перерывчик для новой атаки. Новые люди, старые ошибки. Ну как тебе? То ли хорошо, то ли плохо. Не понимаю. Мужики, ненавижу мужиков. Какой кошмар, что творят. Красотка, Влада. Ладно, давай вот этот оставим. Не-не, верни обратно. Генрих. Тут Аня убивает. Ага, давай снимем. Аня убивает? Ее убивают. Да, слушай, она да, сама кого хочет убьет. И начали! Новые люди, старые ошибки. На лицо наезжай. На лицо наезжай. Так сильно. Стоп! Так сильно. Браво! Это было просто нереально! Это было так круто! Это было так круто, Аня, вообще! То же самое делаем с тобой. Готова? Оль, давай. Ну, она круто уже сделала. Значит, ты хочешь? Ну, давай не будем. Ага. Ага. Стревожим. А, я так. Условно, вызрай. Оля, Оля, Оля. Генри. Так. Стоп, дайте я застрою. Оля, это как прыжок в холодную воду. Да, прекрасно. Факел, это не выстрел. Начали! Руки. Новые люди, старые. Обнимай руки. Отъезжайте. Отъезжайте. Поднимай. Сейчас проверим. Давай попробуем. Начали! Стоп! Стоп. Ударилась? Не ударилась, ударилась, Оль? Нет, не то, что ударилась, но прям такое ощущение, нет, не очень приятное. Начали! Край, стоп! Так нельзя! Дайте прыгнуть. Ну, я испугалась. Ну, такая себе история. Да, вам круто нравится? Мне не очень. Мне очень нравится. Дайте посмотреть, получилось? Иди сюда. По рейтеру, это получилось? Фиксация 3:33. А мы бодры. Очень полны сил.
и настроены на плодотворную работу. Живем. Стоп. Давайте поаплодируем всей команде, Оксане, Саше. Ой, всем спасибо. Наши стилисты, операторы, Лейла, монтажер Лейла. В общем, вы понимаете вообще, что это было? Мне кажется, бэкстейдж даже иногда интереснее, чем клип. Клип будет офигенный, я в этом даже не сомневаюсь. Но вот то, что вы снимали, это прям самый сок, такая фирма. Потому что это очень сложная работа. И очень круто, что мы оставляем это на память. Не только здесь, но еще вот в этой прекрасной камере. Смотрите наш новый клип на песню «Так сильно». И любите друг друга, потому что этим миром правит любовь.